Сегодня хороший день. Светит солнце. Можно будет позагорать, как приедем домой. Не хочу тебя расстраивать, но позагорать не получится. Как приедем домой, скопаешь мне пару грядок для новых цветов. Что? Любишь же ты испортить настроение. Зачем ты вообще покупаешь эти цветы? Они все равно завянут. Не зли меня, сделаешь то, что я попросила, потом занимайся своими делами. Гвенни, останови машину. Здесь что-то не так. Как ты думаешь, что здесь могло произойти? Кто-то заморозил всех горожан, но кто бы мог это сделать? Я думаю, что только один человек мог это сделать. Это дело рук Рода Салливана. Но почему он их не похитил к себе на фабрику, чтобы сделать из них мороженое? Не знаю. Может, ему надоело похищать. И теперь он забаву ради просто замораживает всех вокруг. Нет, что-то здесь не так. Мы должны сообщить об этом DH Animation. Нужно найти преступника. Лучше бы он это делал зимой. Не нужно было бы вырезать фигуры изо льда. Хватит там стоять. Скорее полезай в машину. Друзья, неужели это мороженщик Рот всех заморозил? Напишите свое мнение в комментариях.